Да будет свет. В школах столицы Чувашии завершилась модернизация систем наружного освещения. Последней школой, во дворе которой появились фонари, стала кадетская. Пятиклассница Катя занимается в школьной секции дзюдо несколько месяцев. Однако полученных навыков еще недостаточно, чтобы защитить себя от хулиганов. Занятия в секции заканчиваются, когда на улице темнеет. До недавнего времени Кате и ее сверстникам приходилось выходить из школы на неосвещенную площадку. Мои родители работают, они работают до 6. Вот и поэтому они меня не успевают встречать. И так было страшно. А сейчас уже, когда появилось освещение, уже не страшно ходить. Кадетская школа имени полковника Кочетова – последнее учебное заведение Чебоксар, в котором появилось наружное освещение. С начала прошлого года задачей осветить все школы города задались местные власти. Кадетской школе в 2014 году было выделено около 300 тысяч рублей для благоустройства территории. В связи с этим была проведена реконструкция сетей наружного освещения. Раньше на территории кадетской школы освещения как такового не было. Было только освещение улицы по Константину Иванову. И мне, как директору школы, было понятно озабоченность как родителей, так и педагогов, которые просто переживали за детей после окончания тренировок. Проблемой уличного освещения школ озабочены не только столичные, но и республиканские власти. К началу этого года реконструкция сетей наружного освещения была проведена в большинстве районов республики. Работы в этом направлении будут продолжаться. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.